внимание, улыбочка. Вот моя группа поддержки заболела. Не знаю, температуры нету, но сопливая. Корм привезла, но на киевский со мной сегодня не едет. Слушай, вот. Латика, хороший корм. Это наша, считай, для вот щенков. Еще. Ну, хорошо, я тоже 30 килограмм заказала этого кошачьего. Бери. Совсем нет сушки кошачьей. А я... Вот, напротив трех баннеров, я уже на киевском вокзале. Смотрите, где мы находимся. Вот моя машина. Бобик на месте, как опознавательный знак. Ждем вас, друзья, с подарками для приюта. Здравствуйте. Вот. Первые ласточки прилетели. Ой, сразу пол машины. Красота. Спасибо большое. От коллег, от работников выбора. Вот, стараемся периодически помогать. Спасибо вам большое. Ничего не могу. Ну, класс. Сейчас я все переложу. Ну вот уже пол машины. Ну что вам сказать? Мне Шэкономбанк приехали. Вот корм, пеленки, лежанки, кормушки для кошек. И можно сказать, мне уже можно ехать в приют. Пол машины. Посмотрите, какая прелесть, лежанки для кошек, для собачек маленьких, может быть. Вот таких вот три пакета. И наша Татьяна, постоянная помощница. Вот, одну одежду привезла для рабочих. Брюки им, брюки. Отлично, как джинсы, раз очень нужны. Худи. Отлично. Сейчас потом... Спасибо большое. Корм еще заказала, ну вот, щеночка. Татьяна, какой комбинезончик привезла. На длинного и худого. Прям реклама Лукойл. Здравствуйте. Немножко этих самых. А? Немножко вот этого. Угу. Это у нас сюда поместится. Здравствуйте. Новые лица вообще-то. Я вас не знаю. Да, я первый раз к вам, да. А, очень приятно. Как вас зовут? Ольга. Ольга, очень приятно. Вообще подписка, я вам так больше денежку помогаю, а так ну да. Всякие корма. Ой, какие замечательные корма. Кладите, я сейчас буду разбирать. Приезжайте еще. Удачи вам, до свидания. Спасибо большое, до свидания. Здравствуйте. Я так понимаю, после вашего посещения мне сразу в приют Нет, ехать. Мы сегодня скромны, как никогда. Ой. Ну, с одной стороны, это радостно, потому что мне с ним уже сказали, какая-то маленькая машина у вас. И без этого. Так. Ну, вот так пока выглядит загрузка. Вот, да, три здоровых мешка педигри. Вообще корма сегодня. Ну, много для нашего приюта не бывает, как вы понимаете. Но для моей машины много. Все говорят, маленькая машина у меня. Я говорю, я не против, давайте скинемся на грузовик. Спасибо большое, что приехали. Лекарства, да? Шприцы, бинты, игрушки. Ой, отлично. Отлично. Там банданчики, небольшая подсылочка. Спасибо большое. Здравствуйте, дамы. Здравствуйте. Да. Мы постоянно. Собачка на месте, собачка ждет. Ждет, ждет, да. Бобик. Его Бобик зовут. Так, у меня вот это вот было в морозильнике. Это ну вот... вот у меня сегодня есть субпродукты. Вот, давайте. Давайте. Вот сюда. Они вот не край. Субпродукты. Ну. А, не так? А нет, как? Ну, сухарики. А, сухарики. Ну, я сухарики тоже вам сейчас дам. Да, давайте вот сюда кладите. Хорошо. Ага. Только чтобы это. Да, не я очень сегодня было. Поеду, чтобы а, не хорошо, пропало. Хорошо. Да. Ну и тут на всякий случай, знаете. Такое. Да. Спасибо большое. Вдруг что-то. Кладите, да, я все равно буду складывать, сейчас перекладывать.
как обычно. А этот у меня опять пробрыз. Это как? Для кого? Для кошек или для собак? Нет, это собаки, чапи называется. Угу. Кладите кошечка. Прям вот так сверху. Она кочка там, да. Пожирает помаленьку. А это сухари. Вот эти сухари. Отлично. А, вот тут вот еще вот куда-нибудь барс возьмите. Давай. Все, спасибо. Спасибо большое. Переноска и корм для собак. О, Татьяна опять, вторая ходка. Смотри, тут вот халат. Вон Татьяна притащила корма для маленьких собачек. Тебя никак. Здравствуй. Здрасте, здрасте. Проходите, рада, пожалуйста. Рада вас видеть. Мы тоже вас всегда рады видеть. Таня, осторожно, не сбей машину. Грузите, Галя. Это вот... Что? Это к чаю. Ну, все, что да. есть, спасибо большое. Да. Спасибо. Да. Я хочу сказать всем огромное спасибо за то, что вы оказываете помощь приюту «Лохматая душа». Это очень сложный приют. Уже страшно посчитать, сколько в приюте животных. Более 3000. И все они хотят кушать каждый день. Поэтому не бросаем, друзья, приют. Помощь нужна каждый день, независимо от выпуска роликов, независимо от Киевского вокзала. Пожалуйста, не проходите мимо. Подписывайтесь на все наши каналы. Участвуйте тоже в информационной деятельности приюта. Спасибо всем, кто приехал на Киевский. Спасибо всем, кто помогает. А кто не смог приехать, всегда есть наши реквизиты под роликом. Вы можете оказать финансовую помощь по нашим реквизитам. Друзья, завершилась встреча на Киевском вокзале. Вот я все привезла в приют. Вот разнообразие кормов. Прилично. А вот и Валентина Анатольевна. Вика, я очень благодарна за то, что ты делаешь, за то, что нас выручаешь. Ты и так много делаешь для приюта. Я от всего сердца, при всех, хочу сказать, друзья, спасибо, Викуль, огромное спасибо. Без тебя вот этой помощи бы не было. Ты выручила, потому что в самое тяжелое время ты всегда откликаешься. Спасибо вам, Валентина Анатольевна, за то, что спасибо. Вы есть и тянете этот приют. Друзья, всем огромное спасибо. Мы приглашаем вас на эти встречи. Приезжайте, пожалуйста. Мы вас ждем вот как маны небесной. Каждое друзья. Воскресенье каждого месяца, каждое последнее воскресенье. Воскресенье с 12 до 13, до 15. Да. Ой, извините, я уже устала немножко. Еще. С 12 до 15.00 на Киевском вокзале. Вот такой подарок нашим кисам. Как раз вот сейчас заберу вот эти мисочки для наших малышей. Да. Для самых маленьких, для самых больных. Все, вот еще раз вам показываю. Все. Корма, подстилки. Да. Все самое паштет. Полезное и нужное для наших малышей. Монж 15-килограммовый для собак, лекарства, Стронгхолд, консервы тут еще есть и корм для кошек. Нет, это тоже для собак, а вот здесь еще есть для кошек 3 килограмма. Спасибо большое. А это от Евгения. Спасибо. Крутой подарок. Фармина. 3 20-килограммовых мешка. И слегка начатый роял канин. Спасибо большое.
Вот лекарства, которые куплены. Митрогил. Здесь две упаковки. И три штучки еще. Аминокапроновая кислота. Стопочка 6. Бронолинф. Энтеросгель. Азитромицин в таблетках. Лапирамид. Юнидокс. Трихопол. Амес такой, но заказала еще в ампулах. Белый уголь. Фосфолигель. Актриотид. Латран. Баралгин. В ампулах. Метронидазол. Азитромицин. Суспензия. Глюкоза. Смекта. Энтерофурил. Ну, вроде как все показала. Ну, ципролет. Ципролета что-то много получилось, потому что кричали, что он по рецепту не дадут. И в результате дали, а я уже заказала в другой аптеке. Лапирамид, это мы видели. Еще есть глазные капли левомицетиновые и как они? И тетрациклиновая мазь. Вот чеки. 11 725, один чек. Шесть 159, второй чек. А это что-то я докупала. 335 рублей. Сегодняшняя покупка по лекарствам. Это Рингер Лока. Упаковка. 45 штук. Листогонка. Как он? Дирофен. Это 5 килограммов. На 5 килограмм одна таблетка. А это, ой, не помню, по-моему, на 10-20. В общем, все, что было, в аптеке забрала. Байтрил. 4 штуки. Катазал. Байтрил. Катазал 5 штук. Ну, немного шампуня лугового, как обычно. И самое главное. Самое главное, это вакцины для кошек. 100 вакцин для кошек. Сейчас покажу чеки. Это вакцины. И вот еще. 15 вакцин для кошек. 10 листогонки. Для котят и щенков малюсенькие. И еще, ну вот они. И еще упаковка. А, нет. Еще 7 этих фракция D3. Я не знаю, то я взяла или нет. Ладно. И Рингер Лока 30 штук. Вот цена. Еще удалось купить по хорошей цене 40 вакцин для кошек. Ой, ну это благодаря моим там бонусам, начислениям. И эта цена, вот. 395, сегодня такой нету. Ну вот, бонусы. Итого получилось 365. Вот, еще 70 вакцин для кошек. Итого 225 вакцин всего приобретено. Вот, от бешенства для собак. Марвлаксин 1. Катазала 3. Байтрила 5. А, вот еще 2 штучки прихватила. Но цена очень хорошая была. Прикинь, смотри, какая цена.
Вот еще коробочку Лева Миколя прихватила, 20 штук. Амоксициллин. Это заменитель синулокса. 6 штук всего было в аптеке. Вот я их взяла. Это для кошек. Рабифел 10 штук. И 50 вакцин мультикам 4 для щенков. Вот чек. Перчатки для работы. Но это такие нейтриловые. Нейтриловые. И